А как построить угол в 30 градусов? А, это... Где? А, этот угол 30 градусов? Надо доказать, что почему? Что это ровно половина. Как мы это докажем? Нам нужно доказать, что это все ровно пол. Это так довольно понятно, потому что картинка симметрична. Но можно как-то доказать формально. У нас есть две окружности. Ну вот можно здесь смотреть на картинке. У нас есть две окружности. Мы дальше соединили их вот так. И что из этого видно? Это 90 градусов. Ну, это мы уже знали. Вчера мы строили перпендикуляр. Мы знаем, что это 90 градусов. А это мы знаем 60 градусов. Да? Но отсюда следует, что это 30. И это 30. Хорошо. 30 градусов мы научились строить. А как построить, скажем, 15 градусов? Половину 30. А это половина, то есть нужно угол в 30 градусов разделить пополам. Это берется 60, строится 60-30, и потом... 30 мы уже построили. 30 мы знаем, как строить. Да, и построим 30 и пройдемся к рисунку. Значит, нужно научиться угол 30 градусов, но вообще любой угол мы можем делить пополам. Да. А как это надо делать, кто знает? А. Вот у нас нарисован какой-то даже совершенно произвольный угол. Нам нужно нарисовать, провести в нем бисектрису, разделить его пополам. Кто знает, как это сделать? А как надо разделить угол пополам? Знаете? Вот пусть нарисован какой-то угол, циркуль или линия. Что нужно сделать, чтобы разделить его пополам? Что бы вы советовали? Нарисуйте у себя тетрадным способом построения, что нужно делать. Нет, без транспортира. Только циркуль или линия. Транспортир всякий можно. Ну, в принципе, знаем, но я думаю, что это... только будет вам лишний хлопот. Ну, хотя, впрочем, не знаю, попробуйте. Что бы вы делали, как это не похоже? Не знаете еще, ладно. Как надо изменить походу по поводу? Вот какой-то угол нарисован. Как его угол изменить пополам? Да, ну вот задан такой угол, даже неизвестно, как он, 60, не 60, 30, не 30, какой-то произвольный угол нарисован. У вас есть циркуль или линейка, вам нужно очень аккуратно разделить этот угол пополам, чтобы вы стали делать. Ну, не имея транспортира, что бы вы стали делать? Ну да, с транспортиром каждый надо померить, поделить, и это самое. А вот надо не без транспортира, мистическим образом разделить его пополам, что у вас уже есть какая-то конструкция. Ну, давайте посмотрим. Сейчас, это что? Что? Беру точку, провожу лакомой, чтобы она касалась. А как это вы проводите лакомой, чтобы она касалась? Ну, с любым радиусом. Нет, если она должна касаться, значит не с любым радиусом. Ну, проводим окружность. И чего это нам дает? Вас, наверное, даже учили это в школе, да? Это было давно и неправда. Или у вас в школе вообще не было геометрии? Не было. А что же за школа такая? Английская. Да, если английский, то геометрия не обязательно. Нет, у моя знакомого мама преподавала в странном месте, которое называлось киношкола. Там вообще не было. Не было ни математики, там, как-то они что-то делали. А я знаю учениц оттуда. Ну, то есть, действительно, у них очень странное расписание. Да, там как-то без всяких предметов изучали. Потом выяснилось, что надо сдавать ЕГЭ, и они ничего не знают. Никакие не могут даже. Есть два решения. Одно из них используют проще понять, потому что оно использует то, что уже раньше было. Вот есть
Что мы делаем? Давайте отложим точки на равном расстоянии. Отрезок. Мы вчера уже научились строить середину этого отрезка. Мы уже можем не разбираться, как мы ее строили, почему мы ее строили, завтра мы умеем ее строить. А вы можете показать, как строить середину? Сейчас покажу. Но давайте я кончу с этим. Значит, если мы построили середину, у нас получается равномерный треугольник. А в равномерном треугольнике медиана является бисектрисой. Даже на рисунке, да, не все равно. Сейчас такое. Да. А если другой угол? Как мы строили середину отрезка? Чего? А если там будет другой угол, не в 60 градусов? Пожалуйста, любой другой, другой угол. Берем две точки на равном расстоянии. Строим отрезок. Строим середину, неважно как. Вот это равно этому, это равно этому. И дальше мы говорим, что это будет бисектриса. Потому что это высота бисектриса. Ну, может быть, я напомню, что треугольники из треугольника. Это если экономить рассуждение. А если не экономить рассуждение, а экономить построение, то самый простой способ, который я видел, такой. По-прежнему мы берем два отрезка, откладываем циркуль, а потом тем же самым раствором циркуля откладываем вот здесь вот так отрезок, окружностью проводим, с центром вот в этом. Вот так проводим, и с центром вот здесь проводим. Как-то так. И смотрим, вот это, смотрим, где они пересекаются. Получается, эти отрезки такие же, как эти. Получается, четырехугольник, у которого все стороны равны. Значит, если мы проведем теперь вот эту диагональ, то получается два равномерных треугольника, у которых стороны, ну, эта сторона равна, эта равна, эта. То есть они все одинаковые. Параллелограмма. Значит, это равняется. Ну, по параллелограмму еще не изучали ничего, но тем не менее, значит, действительно параллелограмм, он даже называется ромб. По-английски ромб – это ромб. А параллелограмм, он так и будет. Параллелограмм. Я помню, что когда я был в школе, я каким-то странным способом писал слово параллелограмм, и учитель это очень не одобрял. Потом он мне сказал, что очень просто запомнить. Что в слове параллелограмм имеется пара, да, причем пара букв L. Ну а дальше уже понятно, что ну, дальше это запомнить. Грамм, есть грамм. Интересно, что по-английски L по-прежнему 2, а в грамм почему-то L только 1.